Такое все слюна и не пол. Сейчас я залогнусь, метки расставлю, сколько нас. Это будет долгий бой. Ну какие пухи красивые у него. Раз, два, три, четыре, пять, ну, отлично. Давил вот эти свечки на копыте, я домой такие хочу. Так, шейп у тебя прокачан? Как его, диспел? Да, да, нет, нет, диалогаюсь. Плюс, да, у него прокачан. Отлично. Как можно вообще диспел не качать варшами? Нельзя. Думал над этим. Я, ты в РС попадешь. Что там будешь говорить, в РС? Говорить, что такое ДСП. Так. Жалко, что с копыта триня не упала. Уже хотя бы РДД кто-нибудь собрал. Так я только за ней шел. Ну еще и за печенькой. Там приоритет вряд ли лечится, видимо. Хотя бы одну гадюку бы кому-нибудь в гейме тоже. До оперу тратить. Гадюку надо танком. ДДшникам она бесполезна. Надо, с ней дамага не дашь. Так, сколько у нас милишников, блядь? Так. Войт и кот. Угу, и я. Не забывай. И, да. И хан с магом. Так, близко поставил. Медведь тут? Да, да. Слушай, да, там до перезагрузки 4 минуты. Ты что-то будешь объяснять? Просто да, надо да, отойти. Да, да, сейчас. Как раз на 10, сколько там? Насколько приходит? Так, соответственно, 5 меток. Танчить начнет Алиса. Алиса, встаешь в крест. Соответственно, будете меняться на 7 стаках. Лимон, ты уходишь пока в квадрат. Ну, или стоишь на рейнже. Да, да, в квадрат выходишь. Далее, по хилам, соответственно, хилы. Холли Пал становится в луну. Шейп, ты становишься в звезду. Может, даже чуть-чуть ближе. Так, сейчас я поставлю. Примерно как-то вот так. Да, отлично. Соответственно, в звезду. Так, далее. Турбойс. Ты станешь в ромбик. Гурский станешь в трусы и печенька на шансунге. Далее, милишники. Один милишник будет стоять на максимальном рендже. Это босса. Ты будешь стоять на максимальном рендже в жопе. Ну, под жопой босса. Соответственно, войд. Ты слева. То есть, да, слева в бачок бьешь. Я справа в бачок бью. Надеюсь, понятно, по расстановке запомнили. Соответственно, танки меняетесь на 7 стаках. Сейчас я линкану, быстренько объясняю тактику. Первая, вторая фаза, соответственно, ребят, для танков. На вообще, на протяжении всего боя босс будет на вас стакать чародейские раскалывания. Соответственно, 7 стаков и меняетесь. Алиса, уходишь с креста в квадрат. Лимон, уходишь в крест. И вот так вот, на 7 стаках. Пропал дебаф 7 стаков, значит, надо идти менять. Надеюсь, понятно. Еще далее. Раз, какие метки? Ты начинаешь в кресте, когда тебя сменил лимон, уходишь в квадрат. Все.
Соответственно, ребят, далее. На протяжении... Тут вообще должно быть две фазы до этого, как... Блять, до третьей фазы. До прыгания в миров. Но такого не такого считать не будет. Соответственно, для чего РДДшники с хилами стоят на РНЖ? Босс будет кастовать кольцо мрака. Если вы будете близко друг к другу, по вам наносится 10 тысяч единиц урона и 20к дамага наносится тем, кто близко к вам стоит. Соответственно, вот для этого мы отбегаем. Танк и один милишник там в РНЖ хватает. Так, далее. Босс где-то по истечению 10% будет кастовать проклятие. Проклятие истощения. Турбойс, на тебе вторая пати. Неверслип сразу первую. То есть приоритет ваш это диспел. Далее, когда снесем 20 или 15% ФП, босс будет кастовать пожирающее пламя. На мне будет защита ауры от огня. Если что, скажу, даете танки простейвы свои. Потому что ауешит она неплохо. По одному человеку. Для этого здесь также нужен ДЦ. Далее, когда мы сносим боссу, доводим босса до... Так, 50, раз, два, три, до 40% ХП, у босса начинается третья фаза. Мы будем телепортироваться по мирам. Уже перезагрузка, да? Алло, меня слышно? Да. Будем телепортироваться по мирам. Соответственно, первый это будут врата пустоты, огненные просторы, врата пустоты, ледяная пустошь и врата еще какие-то, не помню, последние. На первых вратах вы становитесь около скалы, я покажу где, на мне будет метка звезда. Соответственно, отбегаем туда, один танк, который ловит босса, как его, босс может откинуть. Любого человека в рейде. Я не помню, как каст называется. Соответственно, сбегаетесь в кучу. И танк. Подходишь к рейду. Разворачиваешь к рейду его, чтобы милишники били в спину. Соответственно, бьем босса. Первые врата пустоты. Это легкие. Далее. Каждые 10%, то есть довели до 30%, тпшимся в другие врата. Всего врат 3. Соответственно, врата, когда будет врата ледяные пустоши, танки также отворачиваете, РТД хилы, вы набираете рейнджу, потому что будет босс кастовать ледяные шипы. Соответственно, чтобы не било по этому, по всему рейду, набираем рейнджу. Когда у босса остается 22%, чуть-чуть регеним ману, ждем бурсты. Стоим, ждем бурсты, откатываются бурсты. Как его, переводим на следующую фазу, ну, доводим до 20% ФП. Последние врата, не помню, как называется, там что-то лес какой-то там. Соответственно, там даем геру. Надо, главное, надо вовремя переводить. Если перейдем во время каста, он будет бежать. Это нам не выгодно, это вайп. Потому что в последних вратах он берет в контроль. Контролем можно вывести только если нанести где-то оставить 10% ХП человеку. Соответственно, быстренько геру, бурсты отдаем. 10% мы должны очень максимально быстро слить. Там буквально два законтроленных будет. Чтобы вывести с контроля, соответственно, 15к дамага нанести. Тот, кого будет контролить, должен будет выбегать с рейда, потому что его законтролят, и с него пойдут 5 скелетов. То есть танк, который не бьет босса, должен собрать будет этих скелетов. Если что, Мосса, Вихрь, Шансунг, если что, даешь Фир, ну и тому подобное. Вой также можешь дать Фир.
контроленных мы не этот, как его, посмотрим, постараемся перевести, если не перейдем, значит, если что, вы там все равно умрете, соответственно, добежите, квест вам должен будет засчитаться. А если паладина законтрит, то он может боссу кинуть там каплю? Может. Так что пафа продиспеливаем также. Хил хилит босса и тому подобное. Соответственно, надо довести будет в последних артах до 10% хп. Когда мы переводим доводим до 10% хп, он портуется обратно сюда, где мы и били, в этот мир. Добиваем 10%, как и на первой фазе, и все, босс убит. Ты по это... тактике? Слушай, знаешь что? Что? Я хотел бы где-то найти... Вот у тебя ДБМ, да? Герса есть вообще у кого-то в Каражане? Нет. Я бы, знаешь, что хотел? Тайминги. Типа, сколько между костами времени. И вот отсчет от времени пула, типа, с пула, типа, и временную шкалу. И, ну, соответственно, эти, как они называются-то, скиллы и способности. Как-нибудь надо заморочиться. Где мне эту инфу взять лучше? Вот в путеводителе этому все это взять. Ты хочешь написать ДБМ? Нет, я не хочу ДБМ написать, я хочу для себя написать, чтобы я понимал, что к чему. По таймингам я тебе даже не знаю, как сказать. Ну или это я по видео посмотрю. Ну, по видео можешь, а так в путеводителе все скиллы написаны. Ну там все точно, так как написано, да. Так и делается, да? Да, да. Но тут, видишь, всепожирающее пламя, она, там вообще кольцо мрака, да, должно было кастоваться. Как ты можешь посмотреть в Ютубе, Not of Sirius проходили его. Они там сначала рейнджу набрали рейнджу, диспелится, заходит. Соответственно, когда переводится на вторую фазу, вторая фаза тут на 80 или на 75% должна начинаться. Как его? И только тогда должно кастоваться проклятие истощения и всепожирающее пламя. Проклятие они диспелят, да, на всепожирающем пламя они, пламени они сбегаются, чтобы поделить дымак. А тут оно кастуется всепожирающее пламя, и сразу же и в этот момент еще кольцо мрака кастуется. То есть не сбежаться. Тайминги нарушены. И это не делают. Вот почему здесь нужен ДЦ, иначе просто шотает. Там 35к единиц урона, плюс саппорт, плюс аура от защиты от огня. Ну вот эта порча, например, которая кидается, она вот сколько там, она по 5% уменьшает хп и сколько секунд висит? Не понял, еще раз. Порча мстительная кидается. 10. Она... Каждую секунду на 5% снижает хп 10 секунд. Раз в 2 секунды 10 секунд, то есть 5 раз, то есть 25%. Еще урон наносит. Ну, это прохиливается, это... Покикайте, я даже не говорю о замене. Порче, а? Покикайте, кто на замене, мне удобнее так хилить. А что, заходите, заходите. Ага. Да, 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 заходите. Ну я пока заменю, ну исключу, но ты мог бы это. Скринил типа. Да, да, я же скринил. Попомню. Потом проверю, кто в онлайне был. Начислил. Ну, Шреддер вроде долго сидел. А он только перед самым офом ю этот офнулся. Да им сразу кинуть можно было. Пока не вредит, чтобы не искать потом. Да я потом найду, это не запаст. И что, с него печать пустоты, да, падает? Да. И как назло с дракона, которого мы пропустили. Ну, мы времени на нем больше потратили. Давай, каски обновляй, фулбаф даем, рыбу кушаем. Сейчас меточки опять расставлю. Здесь у меня купили рыбу, мою.
Кстати, ДД или Сопрот тут? Сопрот. А, Сопрот, Сопрот. Так, не помню, какие метки выставлял, вам говорил. А, ну завтра ЦЛК, значит, да? Да, 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 завтра ЦЛК. Прям надо настроиться четко, чтобы было. О, хорош. Я приду за Митриусом. Тёма, Тёма. О, чё? Вы по бокам с Войдом, и вы отбегаете, а я... Да, не... да, да, Моса, ты стоишь, бьёшь жопу. Всё. Так, я не помню, если что, сместитесь чуть ближе. Если не будет доставать, ребят. То есть, хилы. То есть, Холи Пал, Лу, ты в трусы. Шансунг, ты в луну. В ромбик, шейп, ты. Соответственно, Гурский, печенька, турбой звезда. А мы отбегаем с тобой куда? К хилам? Да, да, да. Ты отбегаешь, видишь... Короче, смотри, вот как сейчас босс стоит, вот так вот я смотрю. Ты убегаешь влево, я убегаю вправо. Ага. Рейнджу где-то 10-12 метров надо набирать. На темном кольце, да, на этом? Да, кольцо мрак. Ага. А оно хп также снижает или не снижает? Ну, не снижает, нет. Ага. Порча это рандомно кастуется, то есть не запаривайся. Кольцо мрака просто дмажит. Сейчас увидишь, чек на готовность. Да, так, мне сейчас проценты надо посмотреть. Так, Лимон, Лу. Да, что-то хотел посмотреть и забыл. Ладно. Все готовы? Отлично. Алиса, заходи с правой стороны, со стороны квадрата. А точно в спеле не показывается, сколько надо именно рейнджу? 12 или... Зачем тебе рейнджа? Ставь, поворачивай. Прописать, знать, подвинуться или нет? Чё там за стакер? Бегай, мне, да? Угу, подбежал. Чего? Раскалывание, видишь, чародейское раскалывание. 7 стаков будет, на чтобы ты ее поменял. Проклятие диспелим, особенно с милишников. Милишники отбегают, вы стоите. Приоритет хилы, то есть на големов не парьтесь. Будет. Не слакай. Алиса, когда 7 стаков будет, скажешь? 7. Забирай. Уходи, Алис. Легдымыча прохил. Сабель, да. Дай тут будет сальву. Достаю. Так. Или медведь. Сейчас, погоди. Войда прохил, Войд, отбегай. Подпишку. Да ничего, нормально. Бьем пока. Как дебаф, видишь, что где-то за 2 секунды идешь, меняешь. 7. Ну так. Меняй, Ливс. Я чуть не закаунчилась. Я пытаюсь. Ложимся. Блять, оно достает это кольцо. Как-то надо это самое, оно быстро еще кастует так. Почему только ты его это отходишь, что-то вот мне интересно. Нет, не только он. Тот на кого кидается? Мы свой дом отходим. Моси просит, чтобы жопу бить, чем мы. А мы по.
Можем молчать. Короче, встаем, это, встаем, бежим, кто далеко умер. Не-не-не. Да? Реса через центр. Вот, через этих тут лежат. Угу. Должна подоставать. Через Вайда, Ресы. А мы, смотри, мы оббегаем для чего? Тотема не убрал. Ну, отходи к стенке, тотем убери. Как в первый раз. Сохуй, не вставай. Меня кто-то сагрился. Босс на тебя побежал. Че за хуйня, я не понял. Прикольно. Я, короче, не понял. Вот этот кольцо мрака, оно сколько бьет? 10 тысяч. Если типа не отбежишь, то больше, да, бьет? Конечно. Но прикинь, ты уешишь по мосе, и он по тебе еще. 20 и ты еще, скорее всего, от танка. Ага. То есть... Фишка, короче, словить рейндж между теми, кто... Ладно, сейчас прибегу. Кто вокруг босса. Да, 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 да. То есть расстояние... Угу. Тебе-то проще всего отбирать. А на големов, кстати, не парьтесь, потому что они бьют там по одному ка. Да, да, уже понял. Я думаю, может быть, мне чаржится в кого-то, просто у меня же рывок есть. Не-не-не. Не-не, нет. Я по ним буду дамажить пока. Конечно. Mm-hmm. Конечно, всё короче. Бля. Так, а, ну таймер есть, надо, наверное, заранее отбегать, да, и будет нормально. Да почему, когда кастуют, нормально. Главное, чтобы, ребят, так, Шейп, себя продиспелил, диспелишь Вайда. Следующим. Потом меня. Пять сек, да мне кажется, вообще он одну секунду его кастует, или я просто уже сонный. Сейчас пять просто. Иди кофе пожуй. Ваш поможет, блядь. Что с людьми кресты делают? Ну, видишь, ну, долго на копыте, плюс на ране, плюс на гневе. С другой стороны, опыт есть, приобрели опыт. И в следующий раз, думаю, все это будет быстрее. Намного быстрее просто в следующий раз. Намного лучше. Я давно не собирал кару. Вот. Я думал, намного лучше это будет. Просто сложные, страшные будут, не когда, очень. Это когда с гильдией походил, да, поубивал все за час, пронес и с пугами пошел на 6 часов. Я думал, намного лучше это будет все. Столько раз сюда ходил, было намного лучше. А сегодня как-то не удалось. Сколько раз сюда ходил, на новое лучше было. Народу мало, музыка не очень даже. Вот там как. Направление? Какое направление, блядь? Натуре. Блин, я такой мичуган. Принц Молчезар, кольцо мрака, 7000. Там пушка вроде падает, прикольно. Я посмотрю, если упадет Гурский, я тебе отдам этому железяку. А ты не распылил еще пистолет танковский? Нет. Я еще ничего не полил. Пистолет танковский. У меня получается вот. Ну они с фастатом, смотри. Ну-ка, линкани этот пистолет. Где я сейчас? Вот это танковский. Че, разницы-то почти нету. Вот, и вот это. Может это левел будет больше? А, нет. А чё я не могу посмотреть Скар и Герш мод? Есть разница. В одну выносливость. Да, в одну нос. О, вставай. И сокет у меня там красный, по-моему. О, давай этот пистолет, наверное. Мне он тут одному нужен. Так на, бери, в чём проблема-то? Ну, и в три уклонения разница. Да, меньше уклонений. Вот это печально. Зато сокет работает. Кушаем рыбу. Давайте, у меня сапротов 7 штук осталось. Если что, так, сразу говорю. Ты видел, как этот ствол выглядит? Лимон, смотри. Чё себе он такой массивный. С цепью ещё обмотанный. Ну, а тебе разве не такой же?
Нет. Ой, слушай, настоящая ручная мортира. Да. Ну, вообще, костер какой. У кого-то было внешне такое же, не помню. Фитилёк горит, прикинь, такой пушкой в глаз дать. Давайте отбиваемся. Бафы даем. Чек на готовность. Давайте, должны убивать. Мы еще даже до комнат не дошли. Да, успокойся ты, до комнаты... До комнат дойдем, там изи, главное третья комната. Кстати, третья комната, как там называется? Какой-то лес. Да, просто ты черный лес, вот, на нем. Все готовы? Стой, мана. У кого? Пей. Сейчас я их всех сломаю, все эти комнаты. Отчет на пол. Алиса, заходи со стороны квадрата. Надо подождать. А, близко подошли. Иди. Проклятие истощения, дисполем. Почему он не бьется? Чего? Он не бьется счет. Ну, точнее, теперь бьется, но тогда нет. Пошевелись. Ты сломал. Проклятие диспелем. Не слакаем. Отбегай. Вот это ты чё раньше отбегаешь? Я ДБМ или чё? Боится. Я пока не могу использовать эту способность. Я не сдалека его, на. Чё за это? Наёбывает меня, да? Ты видел, просто Войт начал бежать, он нахуй кастует. А пока не кастовал, блять, Войт стоит нахуй, не бьет, кидает там, блять, не вот дротики. Чё-то как привет. Так, это Гривыч и Турбойся. Турбойся прохил. Так дымыча прохил. Ребят, три хила. Полипал, работай. Так на нем частиц, потом и дел. Я не понимаю, то проходит, то нет. Хули он не кончится, блять, что с ним не так? Забирай, сейчас отъеду. Бабл, прожми. Под проклятием медленно хожу, сука. Проклятие диспел. Танка прохил. Лимон, уйди. Для чего я ставлю ОТ? Чтобы этот, как его, пространство было отбегать. Да я нам тупил. И Винардик Дымыч. Отлично. На танках. Не знаю, в чем прикол, не забегайте прям вплотную к стене. Частица-то висит, хил не проходит. Ну вам сказали не забегать в стену, так не забегайте. Что, пусть там кота пробежит. Блять. Хожу медленно, как дурачок. Ну, Пал, ты тоже молодец. По тебе идет только там 3000 хп. Слишком далеко. Ну пизда, бля. Шансунг, АБР. Шансунг, сразу отходи. Сразу отходи. Проклятие, турбой с рыбка в латах, сейчас сдохнешь. Смотри, оно по ним хуярит тоже. Или это чё, блин? Пиздец, какая-то хуйня, сука. Лема уже, блин. 9%.
Насчет танков, не уходите в стену. Я заметил, что вы идете в текстуры, и вас там хилит максимум, когда я кота прохиливаю, всегда в кота хилку даю после каста. Кота хилит, вас там 3000 задевается этот, блядь, символ. Вы уходите в текстуры и выйдете эту частицу. Да, Турбо, стой в големах. Стой на месте и не подходи. Сейчас я сбегаю, приду. Так, а мне знаешь, что кажется, что вот это параша, блядь. Вот это хуйня. Кольцо мрака ебаное бьет по ним как-то. А как оно по ним бьет-то? Атмосы вот это, да? Да, это атмосы оно бьет. Надо рейд захиливать на фул, оно же 20 тысяч бьет по всему рейду. Атмосы, с жопы мосы, блядь. Вдруг мосы бьет проклятие вот это, кольцо мрака. Сейчас я метку чуть-чуть поближе поставлю. Не-не-не, ты не понял. 20 тысяч ни по кому не идет, если рейнджа набрано. 10 тысяч идет по всем всегда, по идее. Всегда как по всем. 10-то? Так там написано, ты обилку-то прочитай. Чё на ней написано? Ну, прочитай. Кольцо мрака. 50 в тебя, но если ты раньше не набрал... А сколько рейндж? 20 метров? 12 там, по-моему, говорили. Значит, тут близко стоите, блядь. Стойте так, чтобы от мосса из жопы мосса вам не приходило кольцо мрака 20 тысяч. Да мосса еще дальше стоит, чем мы тут стоим в пятером рядом. Посмотри на мет. Так от кого кольцо мрака тогда в вас хуярит, я не понимаю. Нет, не кольцо мрака. А всепожирающее пламя вешается после 80%. Блять, так в деталях смерти кольцо мрака, я же вижу. Ну так всепожирающее пламя ебануло на почти фулл хп, а потом кольцо мрака еще добило нахуй. 10к нахуй. ДЦшник для чего здесь нужен? Чтобы от всепожирающего пламени ты просто не умирал. Так, короче, так, ну, я не понимаю, но я вижу кольцо мрака, Never Sleep. 11 тысяч. Это в деталях смерти Шансунга. Кольцо мрака Шансунг 5 тысяч. 3 тысячи абсорб. Хуй пойми, блядь. Леди Рейнджо не держит. Как это понять? Инферно. На Рейнджо не держит, все нормально. Там метки специально поставлены по Рейнджо. Так смотри. Ну написано же. Кольцо мрака Never Sleep. Кольцо мрака Шансунг. Оно все равно дымажит. Оно просто так дымажит, даже если ты отбегаешь. Так нет, так вы говорите, что если в человеке 12 метров нету никого, то его дамажит только его 10 тысяч. Вот по Шансунгу написано ясным белым буквами. Never Sleep, Hit, Шансунг. 11 тысяч, 7700, Absorb. Это 20 тысяч. Это 20 тысяч. И 5 тысяч, и 4 тысячи абсорб. Это 10 тысяч по нему, его тысячка прошла от кольца мрака. Потом говорит, когда вайпались, он уже бежал к воротам. Он на похуй. Рейнджа нету между вами, между метками. Ставьте по-новому, стану по-новому. Я думал, вы от меня получаете, что типа от меня за 50 метров летит по всему рейду, блядь. Оказывается, это вы между собой не держите. Да, блин. Тут когда уже падали, когда уже сказали вайпаемся, они уже забили хуй на ренжу и побежали к воротам. Да не, блядь, ну я весь бой смотрю, урон проходит от кольцо мрака, блядь. Ну хуй знает, давай еще попробуем. Давай рез и пробуем, давай. Чё рез-то? Вон, берёшь и резаешь. Меня не достанете, да? А, ну масса можно потом оставить. Через масс-рез, думаю, достану. Да? О. Достала. Так сколько ренжи-то надо? Это можно где-то посмотреть? Вот видишь, недостаток. В метке встаньте. И стоите в метках. На големах вы не отвлекаетесь. Там маг бегал, турбоэс. Там два голема на перекрестии было. Каждую секунду 2.5. Да, там 2к в секунду. Или сколько там, в 2 секунды. Это мало. Ничего, вот. Стоите на месте и все. С тремя можно стоять даже. 3 хила, ребят. 3. Мне кажется, Эрдру тут вообще решает хорошо.
Баф отдаем быстрее. ДЦшник, он же как, он дал это свой щиток, и 15 секунд это нельзя вешать. Он никак чек на готовность. Ой-ой-ой, мана-мана, есть еще бутылек на сопротивление? Есть. 5 минут там, 7. Сейчас будем смотреть полученный урон, короче. Так, все готовы? Отчет на пол. Если встань в квадрат. Сейчас еще раз дам. Бой тирана-то не убегай. Русского пэта направляй. Не спел. Это же этот взрыв не половится. Нет. На пэтов это не пашет. Не 20 тысяч. Но... Алиса, отходи. Свой щит ротовский всегда кидай. Вот чего меня сейчас убило? Всепожирающее пламя. Два хила есть. Моста сколько БР? Угу. Лежи пока. Алиса, так. Ебать. Дай прожимку. А ну так что быстро убивает? Ложимся. Пиздец, блядь. Пламя кидается и через 2 секунды убивает, что ли? Да. Пиздец. 2 секунды. Это тебе не рыбалку записывать. Вот именно, блядь. Есть. Где это вообще написано? Пламя и тьма. Вот оно. Ой, тут сходи сразу. Да, тема, я еще один трайфер, чтобы с толку вообще мало, повырубаюсь просто за компом. Блин, не дочитал. Угу, я понял. Кутает противника пламя, прожигающий даже кости. Цель получает 6000 урона огня раз в секунду, после чего взрывается раз в секунду. Так оно, блядь, за секунду что ли будет? 2 секунды дает. Он вносит, видишь, дымага сколько? Всепожирающий пламя. Угу. Если не поделить. А, с ним как? Надо сбегаться, да? Ну а тут тайминги нарушены. Тут вкидается все пожирающее пламя, плюс кольцо мрака. Ну и что там было? И представь, вам? Как если сбегутся люди. Ну ваншот. Да, это вот шот. Для этого здесь да, нужен. Так он меня не спасет никак за секунду. Это только. Он вот спасает своими щитками. Допер? Ну, час же не спас, мне надо было ШВ отдать, я не успел. До этого она мне не кидалась.
А как вот рыбка в латах должен спасаться? Он помер. У него хп 20 тысяч. Как он будет спасаться? Никак. Пет он закроется. За колонну спрячется. Вот ты не забывай, что это без бафов, без стамы, а или со стамой. А в смысле, чего у тебя так мало? 23к хп. Не понял. Сейчас со стамы 25. Ну там же он еще чуму кладет. Еще она тикает на 6к. Ну плюс твой крик на хп это 29к хп. Ну так ему все 20... равно прожим надо дать его шотник. Так я отдавал. Какой? Кап? Мастер аур. А, так мастер аур не поможет. Где-то есть табличка, по которой показывает этот график сопротивления. Ну чё, посмотрим. Там что-то 400, что ли, это ближе 50% снижения урона. 450, что ли, где-то вот так сопротивление. А тут у нас столько нету. Ну вот сейчас 310, да? Аура чё? На момент смерти, когда я умер, у меня было хп 21к. И на данный момент, когда она тикнула, у меня было вообще 16. Там БЗ надо отдавать тебе. Минус 50% урона. И это надо быстро отдать за секунду. Вообще не представляю, как вар без макросов сделает это. А чек на готов. А как часто она кидается, если не кинется на того, у которого КД уже, как он? Раз, 30 своим секунд. О, это ж пиздец. Сейчас я это БЗ найду. Не, так этот босс сложнее какой-то. Какой-то проще, по-моему. Еще раз чек на готовность. Мы же довели как-то, что у нас 9% осталось. Ну, максимально сейчас сосредоточились и будем убивать. Все готовы? Отчет на пол. Главное проклятие истощения с хилов, потом с милишников диспельте и все. Потом только РДД. Поставить темную ауру вместо брони? Поставь. Нет, не надо. Или вместо огня? Это, а огонь у меня стоит на всепожирающее пламя. ДК а у нас резист есть. А, чё? ДК вылетел. Есть мнение, что вылетел ДК, не могу его в таргет взять. Алиса тут бьет. У меня сейчас 21к хп. Забирай. Лис, уходи. Как буганулся хилбот. А чё, порча она теперь не сойдет больше вообще? Почему? Сойдет. Она будет сходить. Пожирающее пламя, 20 секунд. Просто тогда так. А, наверное, слип мосса. Проклятие, надо где спорить. Главное с его в диспельте, чтобы они могли прохилить. Там кто-то неплохо был бы. Так, Мосса и БР есть, БР Турбойса. Диспел нужен. Турбой сразу не сто... Отлично, вообще красава. Пробаф или мага?
пламя 2 секунды. Дай прожимку. Да. Больше нету. Если что, Лимон, дашь этот жертву. Как скажу. Пока вот пойдет. Алиса, готовься прожимку давать, если что. На рейд. Ладно. Давай. Пизда. Не, ну будет прав, это ненормально. Мне опять пролетело 5. Ну это жестко, это как это надо задефить его? Это как, блядь? Ну, я тебе говорю, нет, с Тавером мы дефали, блядь, в 2 хила, ёп. В 2? Ебать, так да. Ну что, хилы, ну, блядь? 2 хила. В 2 хила. Сука, так у нас хилы в норе просто. Так, я предлагаю, конечно, окончить. Ну, я уже, да, я не могу продлю. Я не, ну понимаю. Жестко вообще, ДПС мало, ты бегаешь с этой парашей, не ДПСишь нифига. Так тут РДД рейд, наверное, из 10 ШП нет. Нормально будет. Нет. С чего это ты вдруг решил-то? Нахер не убьешь. Все нормально. Спасибо. А че ты? Копыта убили ЕПХу. Что ты не увидел нифига. Продлить сохранение. Продлено. Слушай, ну Грул, магик, вот эти 25-ки, там три печеньки, они так легко достаются, блядь, там вообще пиздец. Так. Ну, так. Сейчас. Надо погодите. Всем продлевать тогда? Нет. Мне надо продлить только. Потом можно будет просто прийти по КД Медвея и принять. Да. Главное, чтобы РЛ тут. Ну так, две печеньки осталось. Сейчас лимон я тебе дам, бать. Начислю. Давай. Ну, за копыта 600 вы получили. Молчазара убьем, получите еще. То есть 5 часов игры до копыта никак не оцениваются, да? Ну, ладно, хрен с вами. Ну это жесть, жесть вообще. Ну а чё ты хотел? Капец. Так, мастерала здесь. Так, ладно, давайте, спокойной ночи всем. Спокойно.